Всем привет, ребята. Продолжаем нашу серию по ширпокейсам на сайте EasyDrop. Сегодня у нас уже 11-й по счету выпуск. Вчера был 10-й юбилейный, да? Ну, как бы он себя не очень оправдал. Сегодня у нас выпуск 11-й. Если вы до сих пор не подписаны на канал, то подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, отзывы, предложения. Будем с... Ой, кто-то тут спамит еще в стиме мне. О. Ах, ой, блядь. Что начинает? Боты какие-то пишут. В общем, как обычно, закинул я 250 рублей на баланс с промокодом 40%. Колесо у меня еще недоступно. Бесплатный кейс тоже там я только смогу через полчаса открыть. То есть я сегодня не буду на видео открывать бесплатные кейсы. Может, потом уже за передачей там это за... сделаю, это все открою, посмотрю там, что выпадет. Если что-то стоящее выпадет, там, ну, завтра покажу в видосе. Если ничего не стоящего, просто скажу там, что выпало. Ну, а мы сегодня продолжаем бомбить ширпокейсы. Открывать будем по 4, открывать обычным открытием. Ну, короче, он опять ножи мылил. Видали, он завис. Если он завис, значит, он ножи мылит. То есть, знаете, когда у вас висит сайт, он прячет ножи. Это верный способ. То есть верный признак. Вот. Ну, начало просто бомбическое. То есть просто бомбическое начало. На 5 рублей сразу выпало дропа. Это просто космос. Тут мы, ну, удвоение идет, да. Если с каждым разом будет удваиваться, то, в принципе, я не против. Я только за, чтобы с каждым разом шло удвоение. Ну, ну как вчера выпал вот... Мечта идет, как говорится, сбылась. Узнал, сколько стоит розовый скин здесь. Что-то 70 с небольшим рублей там, да? Ну, все. Теперь остается узнать, сколько стоит ножик. Сколько стоит ножик. Там, пусть даже там, не знаю, самый дешевый. Я в них, честно говоря, не разбираюсь, потому что я нуб полный. Вот. Полный я нубас, я в этом вообще ничего не понимаю. Хоть у меня в стиме там значок 5 лет стоит. Вчера, пока ММ катали в стимке, кто-то предположил, что я 5 лет уже в Counter-Strike шпилю. Ну, это все фигня. У меня там, по-моему, часов 160 только наиграно. Вот, а люди почему-то думают, если у меня я 5 лет в стиме зарегистрирован, то я 5 лет играю только в Counter-Strike. Тут как будто игр больше других никаких нету. Вот. Ну, как бы суть не в этом. Вообще, про что я говорил и что, к чему я про это начал говорить, я не понял. Ух, какие. Даже вот эта полоска бы приятнее была, чем вот эта серая. Ну, а один желтый, это, конечно же, полоску бы эту полностью превзошел. Ну, смотрите, начало что-то сегодня вообще какое-то прям не очень, да? То есть мы уже, ну, сотку практически спустили. Как бы даже ничего интересного, примечательного-то и не выпало. Какая-то фигня, все падает. Ну вот снова фигня какая-то. Давай. Сегодня, походу, ролик будет очень короткий. Очень короткий будет ролик. Но если только не этот дезерт, десятку стоит. 48 все вместе. Продаем. То есть в два раза окупился одним иглом. Ну тут еще игл. То есть он начинает иглы, да, давать потихоньку. Какой-то... самого последнего, наверное, стрёмного качества. Сколько же стоит вот этот вот, например, ножичек? Сколько, сколько, сколько? Ну нет, он говорит, вот тебе Desert Eagle, да? По-моему, еще хуже, чем в прошлый раз Desert Eagle выпал. Ну, ну что? Может, быстро попробовать пооткрывать? Потому что с карточками я все, я завязал с карточками. То есть, смотри, как быстро он это. Может, еще? А, походу, случайность была там, да? Похоже, это все была случайность. Ну, точно, видишь? 62. Что здесь? Угу. Так, что? 200. Давай еще 5 раз откроем быстро. Раз. Или вообще все разы быстро открыть. Черт его знает, как тут. Так, 42.
бронзовая декорация. Не хочу я по 40 рублей эти собирать. Не хочу. Все равно всякая фигня. Вот скины, вот я, которые выбил, я их не вывожу. Может, наоборот, их надо выводить. Вот хрен его знает. Потому что у меня на балансе они лежат, и поэтому сайта... Охренеть, вот ты падла. Вот ты падла полная, конченая. Что-то это фигня это. Я думал, прям сейчас нож выпадет, все прям к нему шло. А хрен-то там. Что-то ВПХ кому-то прикольное выпало. Снова тигр. За 40 рублей, да? Ну. И далее прям миллиметр протянуло. Все, давай. Я узнал, сколько стоит серый, синий, фиолетовый, розовый. Теперь хочу узнать, сколько стоит золотой скин. Желтый. Давай. Давай, желтый скин. Мантра такая там, да? Ну, тут сразу видно. Ебать, что за чудо мне там спамит? Видео я записываю, отвали. О, опять дезерты. Надо выйти из стима. Кто сейчас задолбается своими там этими вопросами. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Не, ну так что-то он все-таки подсыпает. В принципе, если учесть, что я по 24 трачу, он дает по 48, там по 49, да, то есть. В принципе, что-то там вроде как окупается. Но это все равно. Все равно не то, все не то. Охренеть. Аж 80 рублев, прикиньте. Аж 80 рублев сайт дал. Охренеть. Опять тигр. Давно ты меня тиграми не кормил там, да? Очень давно у меня их не было. Я по ним скучал. Они уже ночью мне сниться начали от того, что их давно не было. Скучал по ним там нереально. Так, а что еще? Блять, уже 332 рубля. Ну. Чё, ну сейчас опять вот это, да? Ну ты же мне два ножа-то не дашь. Ну тут как бы позорненько, конечно, но. Но. Так, а я что-то вообще в последнее время ни контракты, ни апгрейды, ни хера не делаю. Давай-ка мы вот эти вот... Вот эти пооставляем. Ну, сейчас, если будут падать такие вот штучки, то есть будем их оставлять. Потом все заебеним. Ой. Закинем в контракт в один. Посмотрим, сколько выпадет. Ну, конечно, сейчас они уже хер будут падать там, да? Вот. Ну, все-таки посмотрим. И посмотрим, что получится. Что с контракта выпадет. Может, какой-то там один, ну, прикольный скин там выпадет. Даже если там... Штук 5 таких закинуть, то ну, там же до 9, по-моему, в контракте можно закинуть. Ну все, сейчас он мне перестанет эти тигры давать, дезерт иглы давать, синьку все это перестанет давать. 300, ну еще 300 там. Вот тут стой. Или вот сюда тяни. Что тебе? Ну, какой-то разброс какой-то сегодня этих. Необычный разброс скинов как идет, то есть картинка малость поменялась, что-то может сегодня даже стоящее то и выпадет, хрен его знает. Может, что-то и выпадет стоящее, хотя он эту лайфленту смотришь, он ну, какой-то такой вот шлак там сыпется. Какая-то хренотень там падает.
Ну, давай. Тащи, 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 тащи. Хрен-то там. Какого это? А, с этого. Ну, я, кстати, этот вот открывал бесплатно кейс тоже с него. Что-то мне там хорошее такое сыпануло. Не помню уже что, но помню, что я остался доволен. С колеса выпало открыть бесплатная попытка этот кейс там с лепреконом. И... Ух ты ж, падла. Ух ты ж, нехороший-то. Так, продать, продать. Продать, а этот оставим. Для контрактика. Я уж думал, прям фиолка с, розик, с розочкой упадет. Вот тут тормозит жестко. А там, блядь, как будто это. Голый лед был, тянулся. Ну, то есть, как, ну, здесь тоже скрипт определенный прописан. Скорость разгона, скорость торможения. То есть, как это все там. Что заметно очень хорошо это. Ну, походу... Но здесь хоть не так жестко скрипт, как этот, с карточками. То там вообще прям полностью дурилово полное. Полное дурилово. Сколько это есть еще? 7, 8, 9 раз можно открыть, наверное. 9 или 8 раз. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Серости. Серости насыпала. Насыпал серости. Ну, тут это выпадет. До сюда не дотянет, да? Можешь даже вид не делать, что ты там что-то типа старался там, да, куда-то. Я уже понял, что ты до туда не дотянешь. Так, ну уже три есть скина на этот. На контракт. Так что контракт получится уже сделать. Ну, снова тигры поперли. Ну, давай. Давай, вы мне как раз нужны для контракта. Поэтому давай. Только не этого, не какого-нибудь мне там ФБРовца. Ну, хотя мужика можно. ФБРовца, мужика можно. Тот раз скин баба выпала. Ну, так ничего, в принципе, я посмотрел. На 6 соток на торговой площадке стоит. Что это был самый дорогой контракт. Самое дорогое, что из контракта удалось вытащить. Это бабу за 6 соток. Баба за 6 соток. Сам пошутил, сам поржал. Африканская сетка. Ну, тут ничего удивительного, ничего нового. Ничем ты не удивляешь сайт. Как бы не умеешь ты из дроп удивлять совсем. Вот, это не твой конек удивлять. Поэтому тут все предсказуемо, все банально, все банальное просто. Ну, давай. Ту-ту-ту. Такой бах. Чё, слабо, да, было еще пару миллиметров протянуть. Слабо. То есть, когда вот такие недолеты, еще вообще как бы. Но вот когда там буквально миллиметр остается, это вообще прям жесть, жесть. Жесть. Или. Ну, что-то эти дезертиги, они дешманские какие-то прям. Так, а чё, сколько видос там мы там уже пишем? С 14 минут. Нормально. Наверное, больше 20 минут даже не будем. Сейчас еще, наверное, сколько. А, все. Еще на одну прокрутку осталось у нас. Потом контракт делаем. Из того, что сегодня выпало. Из того, что сегодня выпало. И на этом все. Посмотрим, правда, что там на контракте выпадет. Посмотрим. Ух ты. Какой-то игл. Интересный. Так, на 3 хватает, хватает. Игл. Да сколько это? 1, 2, 3, 4.
Что-то я это не помню, сколько, 4 или 5 скинов выпало. Вот зараза, я забыл. Забыл, сколько выпало. О, даже на один, что ли, не хватает? 5,90. Ну, чудесно. Давай, контракты. Так, какие? Ну, по-моему, вот это. Раз, два, три, четыре, пять. Вот эти выпали. Давай. На сколько? Ну, смотри, у меня, короче, контракт на 192. Может выпасть от 48 до 770 рублей. Ну, от 48, конечно, вообще печалька будет. Ну, а вот за 700 рублей будет само то. Конечно, посмотрим, что там. 128. Наклейка? Чё, блядь, ебанутые, что ли? А нахер мне наклейка? Давай в апгрейды. Давай мы вот эту долбанную наклейку. Попробуем рублей. Не будем, короче, загоняться по это. До 150 чё-нибудь. Чё, нету нихера. Глоки, шмок. Глок, глок, глок. М-ка. М-ка, СГ. От 150 давай до 200 вот так. Что же? Фамос. Вот у тебя какой шанс. Вот давай, похуй. Знаю, что просру, короче. Но просру так просру. Не просрал. Охренеть, не просрал. Охренеть. Ну, то-то-то. Давай еще попробуем. Так, где ты там? Фамос. Фома. Так, давай тогда от 200 до 300. Ну, второй раз стопудово. Вот он уже хер даст он второй раз. Второй раз это, блядь, давай по 50. Ну-ка, еще какие-то есть фамосы тут? Вот еще здесь за 240. 67. Давай, похуй. Хоть если на 240 вывести, то это уже по... Ну да, вот тут залупано. О, вообще, я же не матерюсь, я забыл. Нет, все, я пробовать еще не буду. Эти у меня останутся пока. Эти пока у меня скины останутся, то есть я их трогать не буду. Ну, подожди, а что у меня 10.25? Откуда это 10.25? Что я там продал? У меня же тогда, получается, еще на один этот осталось, да? Чё, откуда 10.25-то взялось? 5 рублей было. Хер его поймешь. Возврат, что ли, какой-то был? Или еще там что-то? Ну, тут сетка африканская. На 2. Давай. Давай, сливай меня и... Все, вот. Вот ты на вот этом ноже меня тормози. Ну, тут прям полоса такая, что без вариантов. Так, ну что... 11 выпуск подошел к концу, да, как видели, ну ничего интересного не выпало, то есть никаких острых моментов, ничего там такого не было, ну все стандартно, все предсказуемо, как ширпакейс, он и есть ширпакейс. Вот. На этом, ребята, все, подписываемся на канал, вступаем в группу ВК, ставим лайки, пишем комментарии, всем пока, увидимся завтра.